Здравствуйте. Быстрее, бей!
для команды «Гетьман». На 27-й минуте матча Андрей Казаков выводит свою команду вперед 2-1 в пользу команды «Гетьман». Команды «Гетьман».
А, кого ты держишь? Ну, слева пустой стоит, это центр. Ну, вдвоем там не бегаешь. Сразу шляпа, бежи, Иломан! Иломан, сам! Иломан, не спеши! Сразу от Ислава! Юра, сядь! Юра, сядь! Пошел, пошел! Оранжевого. Сразу с Игорем обыграть. Теперь сам пойди, пойди, пойди. За удар! Юра, иди сюда! Юра! Не расслабляйся, вы не идете в поддержку. Слава, чтобы он был. Что ты под Иванову была? Не шел, чтобы Иванов тебя без обид. Да не под него, а под него. Вот он стоит, иди сюда, где ты ушла? В сторону, а ты еще спать. Нет, это уже потом. Что вы говорите? Я Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Давайте!
Выходи. Там меняемся, там меняемся. Стой, там меняемся. Хорош! На 36-й минуте матча Андрей Казаков делает счет 3-1 в пользу Гейтмана. Счет матча становится 5-1 в пользу команды «Гетьман». Отметился на 37-й минуте Бондаренко Сергей, на 38-й минуте Андрей Казаков. Так, пацаны, там встречай! Прессингуем! Стой, да стой! Прессингуй, Саша, прессингуй! Поджали! Не рай, прессингуй! Еще жми, жми, жми! Товарищ, у тебя сколько еще играть осталось? Недолго. Ой! Ворфу, Давай!